Акко – древний портовый город на севере Израиля. Возраст первых поселений, обнаруженных в долине Акко, порядка 9000 лет. Первым документом, в котором упоминается Акко, является царский архив Эдгар. Эти документы были написаны порядка 2500 лет до нашей эры. Город Акко создавался как город-порт. Он был одним из самых важных городов в древней истории Израиля. Товары, производившиеся на севере Израиля, распространялись через Акко по всему Средиземноморью. Порт Акко был построен в византийские времена, примерно в 6 веке до нашей эры. До сегодняшнего дня этот древний порт используется в качестве пристани для яхт. Порт является одним из популярнейших туристических мест в Израиле. Тут можно совершить замечательную морскую прогулку на скоростном катере, туристическом кораблике, либо белоснежной яхте. В маленьких уютных ресторанчиках можно отведать блюда из свежайшей морской рыбы. Один раз посетив это замечательное место, вы захотите возвращаться сюда снова и снова. Thank you.